сегодня мы посмотрим игру на предсезонных сборах. Игра между футбольным клубом Алания и Челябинск. Ну что ж, давайте пока у нас... Да, свисток звучит. Ну что ж, поехали. Контрольные, товарищеские игры, да как угодно их можно называть. Мы на сборах в Турции. Алания против Челябинска. Ну, кстати, можно здесь подловить, например, ошибку голкипера. И нет, ничего не будет. Да, неплохо сейчас Алания воспользовалась вот этим вот. Ух ты, ух ты, ух ты! По спяткой, но кому, Чочиев? А вот это хорошо было. А вот это ведь хорошо было. Это как раз Алон Бутаев прошел. Так, 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 смотрим. Акмаль Бахтияров, ну, не один, на один вышел. Какой удар с правого фланга, а? Хорош, справа Акмаль. Включился, против него было два защитника, но они ничего не смогли противопоставить быстрому юркому вингеру из Казахстана. Но это не точно, как говорится, на сборах всегда трудно немножко идентифицировать игроков, как подкат неудачно совершил Георгиани. Ух ты! 2-0. Стандарт реализовывает футбольный клуб Челябинск. Никита Скарашвили, его заброс. Я вот не уверен, только коснулся ли кто-то вообще из партнеров. Батрас Гурциев пытался прострелить, но как-то совсем без какой-либо надежды в глазах носить удар. Хотя, смотрим, удар по воротам! Шикарный стандарт, вратарь Челябинска Даниил Веселов, конечно, качнулся в совсем другую сторону. Смотрите, с каким спокойным лицом. С каким спокойным лицом Батрас Гурциев сделал это дело. Ну а как по-другому, да, Ланич должна забивать. Классный заброс на Бахтиярова. Тот один в один будет заходить в штрафную. Удар из-за пределов штрафной. Какой удар! Это была перекладина. Но там вратарь, конечно, Дабашвили сыграл. Здорово. Задает направление в данном случае. Классный прострел на Качмазова. Тот, в свою очередь, на Тарбу. И забивать из практически вратарской надо. Это и делает Ислам Машуков. Лучший бомбардир Алании. 10 мячей у него в Мелбет первой лиге. И это, конечно, не будет засчитываться как гол в официальной игре. Но гол в этой игре засчитываться точно будет. 2-2. Алания, конечно, включилась совершенно другой. Предстала во втором тайме. Теперь Александр Носов сам, да, просит его самому входить в штрафную. Он это и делает. Носов! Ну, там рикошет, конечно, был, но удар шикарный. Ну и самое главное, большие вопросы к обороне Алании. Вообще дали одному зайти, дали подумать. Как принято говорить, в буфет сходил, чашку кофе выпил, а потом пробил. Рабочую концепцию для того, чтобы в том числе обыгрывать команды РПЛ. Машука! Вырывать нужно этот мяч. Но уже сил просто не хватило у Ислама, хотя был близок. Классный засеев здесь отобрал мяч. Ну, Хадарцев не понял сейчас. Желтая карточка Алану Хабалову. И судья говорит, хватит. Хватит в этом матче. Ну что же, 2-3.